Мы любим кушать на улице, потому что на улице есть свежий воздух. Это наша компания, короче, по путешествию по Замбии. In Tanzania, although you drink selo, what do they call fish in Tanzania? Сначала, конечно, надо помыть руки. У нас тут здесь мыло. Опа! Ну, да, у меня вот. Уже чисто. Теперь вот так выглядит. Это манка или фуфу. У нас здесь фасоль, рыба, курица, курица, курица. Кажется, все они любят курицу. И вот это племянница и ее подруга. Это Ян. Он любит зебра. Которые такие и есть руками. И он иногда тоже кушает с руками. И у нас Аня. Аня, как вам еда? Очень вкусно. Вот, она тоже кушает с руками. И у меня вот тоже я. И еще там стоит. Very good addition. Okay. Look. Many food. Mm-hmm. That was spoiled. Wow. Yeah, Mama said, "Kuna chan." How is the food? Hey. Yes. And Yan likes beans. Wow. Okay. Это не опасно, братан. Wow. Nice. So we have the news.